Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Нумерологическое число для обладателей этого имени является число 2 и выступает самым женственным числом из всех чисел имени. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Несмотря на то, что у владельца этого имени вибрация очень позитивна, она не способствует достижению успехов как материальных, так и в личной жизни из-за личных требований к самому себе. Но бывают и индивиды, умеющие управлять своими качествами лучше других нумерологических чисел, которые привязаны к другим именам. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы В в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Активизирует воображение. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Носители этого имени с буквой В, возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Для владельца имени с буквой Л требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремится поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит, о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.